Народ, всем здорово! День второй. И это продолжение нашего отдыха в Нидерландах. Сейчас к нам подъехали друзья из Дюссельдорфа. И, как Саня говорит всегда, вечер обещает быть томным, да, Саня? Сегодня будем делать уху, будем жарить шашлычки. Ночью у нас был сегодня дождь. Кто не смотрел последнее видео или предпоследнее, так что посмотрите. Немного мы промокли, но тем не менее, живы, здоровы. Сегодня натянули вот такой тент, две машины подогнали. Да. Короче, я хотела добавить, что вечер обещает быть интересным. Надеемся. Это мы, смотрите, да, нашли выход и сделали вот так. Подсмотрели, как у них, типа, и сделали себе так же. Сэкономили. Видите, как уютно. Да, Юрик, сэкономили 1500. Да-да. Там тоже подошли, и нас кто там уже узнали, сказал, подписчики. Говорят, сегодня что, кино не будет? Будет кино, будет, будет. В общем, вчера натаскал немного лещей, из них будем готовить сегодня. Саня с Радой привезли казахстанский коньяк. Сейчас мы его немножко распробовали. Вкусный, с родины, пахнет родиной. Да, Саня? Да, как да, он тебе в руки попал? Подарок, это одна классика. Спасибо за подарок. Вот, распробуем. Спасибо. Мы тебя не знаем, но спасибо большое. Но мы тебе благодарны. Да. Очень вкусно, да? Сегодня у нас большие планы. Будем культурно проводить вечер. Рыбачить будем. Сейчас вот я достану мясо. Буду насаживать. Уже разожгли мангал. Мой любимый Rambo to go. Классно, вчера на нем уже жарили. И будет все окей. Rambo. Картошечка, друзья. Здесь мы заварили чаечек. В общем, сейчас мы будем балдеть, друзья. Ну, дождик нам немножко портит погоду. Ну, ничего страшного, мы вот так вот натянули здесь. Отдыхаем нормально. Холодильник в этот раз я уже не стал сильно долго держать. Мясо еще холодное, конечно же. Туда накидал я льда. И кто видел то видео, когда мы здесь были, у нас села батарея. Потому что всю дорогу работал несколько дней холодильник и посадил батарею. Пришлось вызывать АДЦ, спасательную машину. Ну так, мы отдыхаем. Палатка. Еще к вечеру поставим еще одну палаточку. Наталья в ТикТоке, как всегда. Да, общение. Я вот всем говорю, вот, ребята, подписывайтесь на YouTube-канал «Бородатая Германия». Ну что, пришло время насаживать наши ребра. Хи-хи-хи. Опа, смотри, на такие. Раз. И два. Хоп. Вот такие шашлыки будут обалденные. Ух. Нормально выглядит? А слушай, он поместится там хоть? Ну-ка пойдем посмотрим. Поместится, нет? Если что, сместим немножко. Оба-на. Смотрите. Ну, кто скажет, что тут не красота, а? А ну-кась, ну-кась. Надо вот так, знаешь, чтобы это все было на фоне удочек, на фоне воды и вот такие шашлычки. Пойдем сюда, пойдем, 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 пойдем. Раз это сам. Во, что у нас получилось. Ну, разве это не красиво? Красота. Красота. Обалденно. Вот такие вот ребрышки еще вот ребята привезли тоже. Маринованные. Объедимся, мне кажется, Рада, мы сегодня. Да? А что делать, да, на природе еще? На природе вдвойне вкуснее. Лето, тепло, что еще надо? Лето и арбалеты. Еще крылышки такие есть. Крылышки тоже поджарим. А уже вечером мы будем делать уху. Сейчас нам тоже вот земляк подошел. С России, с Омска. Ну, приехал с Дортмунда, прикольно, мы с Хама, а он с Дортмунда здесь. Вот так вот. Угостим его казахстанским коньячком, конечно же. Ну и мясом и дождется. Не, ну мясо мы дождемся до вечера. Ну давай, что вздрогнули. Друзья, всем крепкого здоровья. Все хотят кушать. Кстати, я взял эти шампура, знаешь, Саня, которые я сам делал. Сейчас сделаю. Вот эти я сам делал. Я взял не оригинальные, которые сюда идут. Опа. Сейчас врубим мы его. Во. Хай жарится. Ну, блин, полотновато, да, большой кусок. Ну, еще переставим. Куски. Знаешь, как говорят, большому куску рот радуется. Так, сразу шампиньончики сюда. О, слушай, мы между ними шампиньоны поставим. Да, а большой убери лучше. Вот сюда, в середину, этот большой кусок. Вот сюда шампиньоны пойдут. Да, можно еще, если шампура есть. Сейчас, подожди, давай сначала мясо поджарим. Шампиньоном сыт не будешь. Ну, вот. Может быть, почему? Вот это куски, да, Саня? Какие-нибудь эти есть?
веганы, вегетарианцы, да? Ага. И они сытятся этими грибочками. О, блин, большой кусок. Да, это большие, хорошие. Ну, поменьше. Они ужарятся чуть-чуть. Вон, пожалуй, давай этот, который. Крутится нормально? Который? Нормально, нормально. Сейчас оно возьмется, когда? Вот тут оно цепляется, конечно. Ну как есть, куски большие. А? Уже пошел? Рада говорит, уже и запах пошел. Сразу. Все, она закрутится сейчас и будет это, нормально возьмется. Будет хорошо. Вот у нас какая конструкция здесь. Из двух машин и палатки. Палатка еще стоит там. Саня, ты прям начинающий блогер, смотри, да, сразу по-любому все рассказывает, три показывает. Удочки. Ой, Юра, это мясо, смотри, нет, не пойдет на первую. Оно задевает вот это именно, вот эта палочка. Вот видишь? Да? Ну, большие куски, что-то хочешь. Ну, надо местами поменять, вон с той, с тоненькой. Надо снять просто один кусок. Или грибы поменять, грибы вытащить оттуда, в середину это, грибы сбоку поставить. Ну что, друзья, у нас праздник, смотрите, дождь перестал идти. Но все равно палатка нам пригодится эта, которую мы сообразили. Смотрите, распогаживается, какая природа. Какой у нас стол накрывается. Уф, уф, уф. Решил все-таки я уже снять мясо и жарить на решетке, потому что куски большие, цепляются сильно. Вот так вот. А вот тут то, что мы пожарили уже. Вау. Результат налицо, да? О, смотрите, какие кусочки. Да, да. Тут косточка черненькая чуть, но ничего. Вот такие куски. Саня, как мясо? Что скажешь? Мясо попробовали, вот такое. Маринад хороший, сочное. Сочное, сейчас мы покажем. Ну вот возьми, Саня, откуси и надави. Вот кусок мяса возьми просто. Ой, бери. Хочешь, не стесняйся. Я опять, но я вот это с косточкой. Да. О. Просто начни его рвать. Хочешь, чтобы я сделал назло вегетарианцам, что ли? Смотрите. Да, там ну, сочность красота, капитальная просто. Горячий. Горячий просто сильно, да? Мясоеды. Вот так сейчас сделаем, смотрите. Вот здесь у нас лук. И этот лук мы сюда немножко замаринованы. Наверх прям. А, побольше. Отпускай меня. Во. Оба. Во! Вот это романтика. Рада, угощайся. О. Саня уже тут заценил, смотри. Ну, надо нарезать сначала. Нарезать? Да. Большому куску рот радуется, говорят. Резать да. Не надо? Ну, давай попробуем отрезать. Ну, не так. С луком тема такая вообще. Красота. Вообще. Приятно. Вот угощайтесь. С салатом. Аджика острая. Грузинская. Лепешку надо поджарить. Просто отдохнем. Картошка запеченная, как в детстве. Ага, вот. Это готовая. Ее раскроешь, ее обалденно вкусная. Вкус детства, да, Саня? Все старое. Как, не забывается. Как новое. Это, типа, и слов не подобрать. Mm-hmm. Честное слово. Пусть запекается у нас. Все, там пошли. Есть. Сейчас остальные. Вот еще у нас еще много. Сейчас всю закинем. Объедимся. Ой. Хоть бы место для ухи осталось. Хоть бы гости приехали. В натуре. Чтоб все скорбить. Ну, это сами не осилим. Ну, погода сейчас на зависть, я скажу. Вообще класс. На зависть Виталий с Кристиной. Как Рада сказала, да, до этого? Не приедешь, и погода наладится, да? А мы приехали, и погода наладилась, прикинь. Да, там как вкусно. Обалденно. Блин, класс. Вкуснять там. Блин, вот так вот редко выбираемся, блин. Вот так выберешься надо и думаешь, как, блядь, хорошо сидим. Как жить а хорошо, а как Саня. Легко было сломаться и не поехать, да? И погода, дождик, а пойти потом. Я не знаю. Сильные не сдаются. Супер флайш hier, супер ветер, мега гай. Да, sehr leckere Marinade. Dankeschön. Und Prost, ne? Prost. Und wie sagt man auf Englisch, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, yes.
Guten Appetit, ne? Danke sehr. Auf Wiedersehen. Wow. Ich kann viele Sprachen. I can so viel. He can't speak that much Turkish. Kannst du, Carlos? No. Only a little. No. Wir das Türkisch können für euch. Now your channel is in Turkish. Now your channel is in Turkish. Друзья, ну раз на то уж пошло, покажу вам обзор вот такой небольшой палаточки, которая стоит 1400 евро. Ребят, я пригласил покушать. Я смотрю, они со вчерашнего дня стоят. Мы так сдружились немножко. Молодые ребята совсем. Я говорю, пойдемте к нам. Я вижу, что вы ничего не готовите, а кушаете, ну, сухпаёк, в общем. А у нас и гриль. Я говорю, попозже, если останетесь, и мы вас ухой накормим. Вон они все дружно сидят, и пивом мы их угостили. Все супер. Они говорят, ну иди посмотри нашу палатку, поснимай, если хочешь, для твоего YouTube-канала. И, конечно же, я для вас это сделаю. Смотрите, вот лестница. Кстати, на что хотел обратить внимание, что вот лестница, да? Допустим, для меня это что-то новое. Я, конечно, видел такое, но я никогда не залазил и никогда не притрагивался, да, к этому. Смотрите, вот пол посередине складывается. То есть отсюда вот лестницу убираете, и туда она, хоп, и сложилась вместе с матрасами совсем. Тема. Сафари. Можно ехать в Африку и от львов прятаться. Вот такая темка. Сбоку окна закрываются. Но я думаю, это приносит удовольствие, друзья. Лежишь себе сверху, смотришь, кто мимо едет, кто куда. По кайфу, честное слово. Подсветочка. Им еще бы удочки, представляете, вот здесь сверху лежишь и смотришь, как вот здесь вот удочки стоят. Но они не рыбаки. Вот видите, здесь середина, она складывается. И, кстати, очень даже удобно, интересно, что она выдерживает вообще, да? Понимаете, одна лестница здесь. И здесь вот переход все на крыше, вот, пожалуйста. Нам бы на наш микроавтобус тоже было бы неплохо такую. Ну, так вот, друзья. Fresh Black фирма. 1400, ребята сказали, за нее заплатили. Рихти гуд. Беквем, да, да? Беквем, да. Комфортабель. Volle Ausstattung. Von der Türkei kommst du? Aus welcher Stadt kommst du? In der Türkei? Ja. Aus Izmir. Okay. Izmir, ja. Izmir, ja, ist ja bekannt. Du kennst auch Eskişehir, ne? Eskişehir nicht. Altstadt, ne, Eskişehir. Altstadt. Meine Großeltern wohnen in der Nähe von Eskişehir, in Bursa. Bursa, ja. Wir fahren immer vorbei. Wir waren vor einem Monat in Kemer, ne? Kemer. Oh, ein Monat. Antalya, ne? Vor einem Monat. Aber zwei Wochen, genau. Ah, da mit Gebirge. Es war sehr heiß. Nee, vor zwei Monaten nicht so wie jetzt. Damals war noch okay, ne? Nur 30 Grad. Nicht so wie jetzt alles. Jetzt ist super heiß. Ja, super. Und jetzt gibt es Waldbrände dort, ne? Ja, ja. Jetzt jeden Sommer. So jetzt ist auch, ne? Über 50 Grad zum Beispiel. Mach zu, zeig mal, wie das geht. Boah. Guck mal. Опа! Так. Перфект. Ganz einfach. Вообще просто раз-раз. Там замок сейчас сложат, застегнут и закрепят. В принципе, ничего особенного, конечно же, да? Но дело в том, что, что это вот, вот так вот комфортно, удобно работает. Вот в чем дело. Быстро, быстрее даже, чем наши палатки все. А, они втягивают, смотрите, такой канал есть там. С той стороны, чтобы он не вылетело в дороге ничего. И с этой стороны так же самое втянут, а потом по бокам, видать, закрепят. И все, оно будет сухо. И обалденно. Опа. Топ. Во. Друзья, мы активно отдыхаем, принимаем гостей, друзей. Сейчас вот даже новые ребята к нам подходили, вы сами видели, да, вот. Ну, вы их видели, да. Сейчас Саня приехал, голландец наш, правда, один, без супруги. Саня, здорово. Да, здорово. Всем привет. Как жизнь-то вообще? Да, отлично, потихоньку. Вроде недавно только виделись, да, и снова. Да. Жизнь заморская. Как тебе место, локация, скажи? Обалденно, вот это супер. С машиной можно. Тебе сколько километров до сюда надо было?
30. Ну, 30, да. 30? 30. Ну, сейчас там, кстати, перекрыли в эту сторону. Автобан я видел, да? Перекрыли, да. Там, а обратно будет открытый, по-моему. А обратно открытый, да. В общем, активно отдыхаем. Ты с ночевкой? Да, с ночевкой. Супер. Вообще супер, смотри. Видишь, какую локацию мы здесь заняли? Да. Рыба вся наша, тем более ты это голландец местный. Слушай, здесь купаться можно? Здесь да, нужно, нужно. Ну, не здесь, пойдем чуть дальше. Хорошо, отлично. Я на Новый год не куплю билет в Евро-Диснейленд. Ни Финляндию, ни Лапландию, да и денег нет. Сяду в поезд я назло санкциям, да под стук колес. Стопка на столе, курица в фольге, хорошо до слез. Пусть провинция, пусть брутальная, рода не стыжусь. Самосад скручу, самогон налью, с радости напьюсь. Гостю с Азии за багаж скажу, Зур-Рахмет. Здравствуй, родина, песня гордая зазвучит нам вслед. Все для вас, друзья. Супер. Где подарок? Вот тебе, Наталья. Да ладно. Ух ты! О, вот это, Саня, спасибо. Приехали. Саня подарки подогнал. Покажи это подарки, у нас Юля. От Томи. Вот. Это корейская фирма. Опа. И зубная паста с прополисом, которую мы уже получали в подарок. С прополисом даже? Да. О, завтра зубы почищу и приеду с голливудской улыбкой из Голландии. Ребята, идем с Юриком в туалет и тут встретились, смотрите, наших всех подписчиков. А я еще говорю, может, мы идем и мешаем, девчонок тут пугаем, блин. Смотрите, рыба как идет. Привет, ты что хромаешь там? Осечка укусила. Да, он хромает, бедняжка. Мужчины хоть есть у вас? Конечно. Ну, слава богу. Мы по отдельности посходим, да? Ну, откуда еще? Ну, мы же голландцы, у нас что ж голландцы? Мы с Германии. Мы с Германии, да. Ты симулянт. Ты только что бежал, ничего не болело. А вы где сидите? А мы сидим вот здесь. Вот-вот сразу рядом. Вот наша машина там. Нифига себе, никогда не было. Надо же тогда, я вас все-таки увижу. Вот видите, какая судьба, да? Друзья, всем доброго утреца. Посмотрите, какое прекрасное утро у нас. Встали мы. Ох, клюет, клюет, смотрите. Только удочки перекинул. Встали, попили кофеек сейчас. Кто еще спит? Кто уже встал? Сейчас будем делать уху в двух кастрюльках. Вот такой маленький казаночек у меня есть. Чтобы всем хватило. Большой я не взял. Ну и такая кастрюлька. Вон уже ждет рыбка. Рыбки наловили. Все супер, рыбка есть. Здесь, конечно, вчера вот была суббота. Столько людей. Гуляния такие, веселья по приколу. Люди приезжают, уезжают. Хорошее распиаренное место. И в основном наши русские ребята из Германии, рыбаки. Вчера пообщались, много с кем познакомились тут. Вечер был, конечно, интересный. Толком не рыбачили, костер жгли. Просто отдыхали. Вино возле костра, сырок грильный. Так, на этой удочке что-то уже висит. Сделал я другую оснастку. Такую, что самую мелкую поклевку сразу видно. И она дает уже показатель. Так, вот решетки. С этой стороны кастрюльку поставлю. И вот тут вот тоже. Сейчас с обеих сторон костерчик разведу. И будет отлично. Но. Надо нарубать дровишек сначала. Помельче. Может быть
лучше на природе, как уха, приготовленная на костре. А, Сая? Это точно. И свежие рыбки. Вот так вот. Лук, рыба, лаврушка, морковка. Потом еще, конечно же, картошечка придет. Морковку тоже тоненько еще нарежем. Только вместе, командой, да, можно сварить вкусную уху. Командная работа, говорит, сам все сделал. Ну нет, вы же тоже принимаете участие. Картошечку режут, морковочку еще добавим. Зеленюшка вот будет у нас. И будет отлично. О, пену периодически я снимаю. Еще надо поснимать. Мы уже почти на финишной прямой. Во. Потом еще зеленюшка будет. И уха готова. Что, как вам спалось, нормально? Никакой водки, никакой головешки делать не будем. Пишите ваши рецепты, как вы готовите. Да, там горькое. А чем проще, тем лучше, друзья. Пять минут, и всех прошу к столу. Саня, от тебя пару слов. Как прошла ночь? Замечательно. Прогноз, как и обещал, дождя не было, погодка отличная. Познакомились с новыми ребятами. Прикольно, да, сколько здесь дружелюбных людей так? И эти подписчики все узнали, да, тут это самое. Много людей, ага, поузнавало. Наталья, как у тебя ночь прошла? Отлично, только не выспался. Наталья спать еще хочет. Да, сейчас вот ушится, супер. Гриль вчера, да, все, шашлычок, все дела отлично. Да, вчера хорошенько мы погрилили здесь, повеселились от души. Суббота прошла не зря вообще. Да, замечательно. Надо будет продолжать. А время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет. Ну, то есть не стареешь, да? Только, наоборот, бодреешь. Да. Саня, как у тебя там, все готово уже? Саня стол накрывает. Во. Я уже не дождусь супа. Супер просто. И чаек потом еще сверху. Завтрака еще остались побитые все яйца еще. Ну, сейчас будет, конечно, суп. Арбуз. Ну что, приступаем? То, что доктор прописал. Это точно. Поехали, друзья. А где наша поварешка? Вот это да. Кто первый? А, пахнет як. Ух ты! Горячая. Горячая. Теплоотдача хорошая от этого. Оба. Во! Вот, видишь, как лук разварился. О, здорово. Морковочка. Так, это для вегетарианцев. Или мясо тоже будет? Мясо будет тоже сейчас. Разорвем кусочек. Оба, вот так вот. Там не стоит, прям королевская. Как по ГОСТу, знаешь, как в столовой в былые времена. Добавка будет? Маленькие. Будет. Миски. Казанок у нас добавка будет. Я не могу держать, горячая какая. Обалдеть. Опа. О, еще одна. У нас пять.
приступаем. Так, оценим сейчас искусство твое. Ну, бульончик попробовал, бульончик стоящий, вкусный. Ароматный. Да. Ароматный конкретно, да, я тоже, друзья, попробовал. Обалденно. Самому нравится. Тебе надо открывать кулинарный канал. Кулинарный надо открывать? Ну, тебя видишь. Всех рецептов есть. Знатных, вкусных. Приятного аппетита, мужики. От души. Это у тебя мокрая, а что ты ее носил? Ночью надел? Угу. Ну, что одевал? Что ты говоришь? Холодно было чуть ночью. Спасибо лещику, который сегодня попался на Юру. Которого под утро поймали, да? Ну, ничего, да. Вот, считай, вечером вчера рыбы поймали. Сегодня мы уже толком не рыбачим. Но забыли добавить пшено. Так, видимо, хотели кушать. И побыстрее, побыстрее. Но получилось супер. Да, ребята? Саня, у нас сегодня опять пир на весь мир, да? Опять, ну сколько еды? Ну надо все пережарить, надо все сготовить. Куда это уже? Это, конечно, Виталий с Кристиной порция, но... Да, еще должны были Виталий с Кристиной подъехать, они не подъехали. Палатку я уже убрал, ребята тоже вон палатку убрали. Сейчас чаи будем гонять, потом покажу вам еще, сколько мы рыбки вытащили. Тут, по-моему, по рыбке уже сидит, поклевки были. Короче, там зацепилось, надо вытаскивать. Там по-любому есть. А так, конечно, вот такой ряски с каждым уловом вытаскиваешь. Не без этого. Сегодня эта удочка оборвала даже у меня. Да, что-то клюнуло и утащило в сторону. И так и не вытащили из-за ряски. Уф. Что там? Много. Да. Еще казанок вот там стоит. О, полный ухи. Еще и уха там еще, да. От зрителя нигде не спрячешься, и здесь уже дошли. Ты же снимаешь? Конечно. Ну, здравствуйте. Передаю всем привет, кто с Казахстана. Да. Юрика встретил, бородатая Германия. Приехали на рыбалку. А вы уже тут 2 дня, да, ты говоришь? Да, мы тут пару дней уже. Пару дней. В Караганду привет передаешь? Конечно, в Караганду, родственникам всем. Ну и мои родственники здесь теперь увидят. Посмеются немножко, конечно. Пускай смеются. Мы уезжаем, а кто-то приезжает порыбачить. Да. Ни хвоста, ни чешуи, как говорят. Вот так уже и в Голландии не скроешься. Все узнают, подходят, да? Вчера да тоже сколько людей подходило. Сколько людей подходило, ребята, а ситуацию, даже, я не знаю, Юрик рассказал или нет. Напротив, даже люди махали. Подожди, я сидела в прямом эфире в ТикТоке. И мне говорят, посмотри назад, типа пишут там зрители. Я говорю, а что мне смотреть назад? Это сзади у меня речка, я спиной как раз сюда сидела. Они говорят, раз, ну посмотри, я смотрю, и мне там машут с того берега. Представьте, в ТикТоке сижу в прямом эфире, и тут подписчики, что с Ютуба Юрика тоже. Прям, ну, прям неожиданно так это было, интересно. Рыба. Понятно, бегут смотреть. Здоровые. Вольтер Кукен? Смотри, смотри. Ах, ты шай сидит. Салюты большие. Гроссе, кума. Слышишь, не ушел. Фу. Оба. Сазан? Нет, это лещ. Брасы, да? Мы говорили, что они это... Видишь, другой цвет прям. Зашопить? Подошли соседи тут. Акробат. Леща хочет. О, камень, смотри, Купенштайн. Да, это экстра. Байнверфен, экстраштайн. Я Купа. Super, ne? Schon eine Fische, ne? Das nur Brassen, oder? Nimmst du mit? Ja. Ne? Räuchern? Mal schauen, braten, räuchern. Ja. Oder einfach so. Zum Foto machen. Gut, ne? Ja. Dürfen wir ein Foto von dir machen? Ja, natürlich. Für die Kinder?
Ох, кида, кида, кома ох, давай. Вот это ага, фото. Тут уже фотосессия, ребята. Супер. Спасибо. Сэгут. Нас есть шаги? Я, да. Ну что, ребята, отличные, да? Вот это лещи. Вот эти два зачетные. Ну и тот еще третий, да, побольше? Да. Ну, честно скажу, сильно мы так и не рыбачили, да, потому что мы отдыхали больше. Это, наверное, от этого и есть, да, выражение «получить леща»? Что они вот так вот, а, смотрите, убегают от Юрика все. Че? Ну, убегают. Дискотека тут. Все, давайте, спасибо за проведенное с нами время. Было клево. Вот так, друзья, мы отловились, получили позитивные эмоции. Рыбалка удалась, рыба есть. На жареху нам хватит, уху сварили, просто классное время провели. Так что подписывайтесь на канал, будет много интересного, делитесь нашим видео, обязательно ставьте лайки, не ленитесь, и будет вам добро. Да, Наталья? Да. Всем пока. Всем пока. Его спасла. Дядька на тетку похож, блин. Ну, девка его спасла.